У Гомельской области стартовал проект «Школьный волейбол». Он проходит под эгидой Европейской конфедерации волейбола. Первой до его долучилась Гомельская средняя школа номер 69. Мета – развить и популяризовать детский спорт. О проекте и его метах – наступный репортаж. У Гомельской средней школы номер 69 працуе секция по волейболе. У ней занимается около 20 хлопчиков и девчинок. Яны и стали удельниками акции. Подчас мероприемства юным спортсменам уручили инвентар, мячи и сетки. Такие корыстные подарунки сделали представники областной федерации волейбола и супрацовники МНС, ведомства, под эгидой якого этот спорт развивается в нашей стране. Наблюдаю за учителями физической культуры, за своими учителями, которые на самом деле в стороне не стоят, они как-то двигаются. Продвигают данное направление, потому что ребята неоднократно становились победителями областных соревнований, призерами республиканских соревнований. У лютым старшиня Белорусской профильной федерации Эдуард Венский, керавник Европейской конфедерации волейбола Александр Барычич подписали договор об запуску проекта «Школьный волейбол». Его мета – популяризация этого виду спорту и повышение физической активности детей. Школы и гимназии, которые трапили в проект, будут оснащены обсталяванием. А кроме того, выкладчики отримают необходимые навыки для початкового навучания школьников. У планах федерации наведать еще 5 установ адукации. У проекте будут задействованы хлопчики и девчонки во возрасте от 6 до 14 годов. Я знаю, что в данной школе, в 69-й, есть специализированный класс по волейболу и есть достаточно квалифицированный учитель физкультуры, который принесет огромную пользу своим ученикам. Постараемся привлечь профессиональных спортсменов к данному проекту, чтобы они приходили и показывали мастер-классы. И встретимся по окончании учебного года, уже когда, наверное, весенне-летний период такой, детки покажут, чему они научились за этот период с помощью инвентаря, который им преподнесли. И сделаем такой своеобразный праздник волейбола с участием профессиональных спортсменов. Волейбол у 69-й школе развивается поспяхово. Тут есть специализованный спортивный класс. А на республиканской спартакиаде представники этой установы заняли другое место. У федерации упевненные, новый проект допоможет притягнуть еще больше учнев до профессийного спорта. Вероника Гамзюкова, Сергей Комков, телерадиокомпания «Гомель».